Давай, Господи. Тише ты, садись. Фу. О, кошмар какой. Так, начнем. Фамилия? Я не помню. Имя? Я не знаю. Жена, дети? Нет, спасибо. Национальность? Антисемит. Идиот. Нет такой национальности, идиот. Так, давай по порядку. Как ты оказался на Майдане? Ну, если идти по порядку, сначала надо выяснить, как я оказался в Киеве. Потому что сам я из Николаева. Ты что, вообще ни хрена не помнишь, что ли, а? Товарищ начальник, я все помню. 31 декабря.